Будем реставрировать, будем старую краску снимать и вот покрываем сусальным солите. И сделаем сондажи, и тогда определяем, можно, что, и видим, что оттуда выйдет, какие краски, что, как раньше реставрировали, или перекрасили, что там, какие слои там. А, 1800, да, приблизительно такие. Стоит больше 100 лет. Накованные гвозди было собрано, это, видимо, уже даем очень много лет гвоздям. Была реновация в 2001 году небольшая, то есть жесть, видимо, меняли. Но несущие конструкции, да, это с момента постройки уже здесь. В общем, как-то так.